Всем привет! Сегодня готовлю запеченные кабачки с творогом. Готовятся они совсем просто, а вкус такой, что просто невозможно оторваться. Нежная мякоть кабачков и много творожной сырной начинки. Это обалденно вкусно! В миску кладем 250 грамм творога. У меня домашний. Разбиваем одно яйцо. Добавляем немного черного перца. 3 зубчика чеснока измельчим и добавим к творогу. Зелень измельчим. У меня зеленый лук. Солим примерно половину чайной ложки и все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Молодые кабачки очистим от кожуры при помощи овощечистки. Разрезаем напополам. При помощи чайной ложечки убираем мякоть, так чтобы получились лодочки. Укладываем в получившиеся лодочки начинку. Форму смазываем растительным маслом, укладываем получившиеся лодочки. Сыр натрем на крупной терке и посыпаем кабачки. Ставим в разогретую духовку и запекаем при 180 градусах минут 40-45 до готовности кабачков. Проверить можно готовность ножом. Подаем кабачки к столу. Получается очень нежно и вкусно и в горячем и холодном виде. Я очень люблю в горячем виде со сметаной. Сейчас как раз разгар молоденьких сочных витаминных кабачков, поэтому рекомендую обязательно приготовить такое блюдо. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки. Пишите комментарии, вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.